Добрый день, уважаемые зрители! Вы на автомобильном канале «Новое шоу», а это ваш любимый автообзор за 1000 рублей, которую я плачу автовладельцу за предоставление мне автомобиля на обзор. И вот у нас очередной раз Олег, автовладелец, автолюбитель, который нам расскажет и покажет про свой автомобиль. Это в данном случае Renault Logan. Какого года машина? 11 год. 11 год, да? Да. Ну, так смотрится и, так сказать, живенько. Что у нее вообще? Какие характеристики? Какой объем двигателя? 1,4. 1,4, да? Да. Вот. И что по лошадиным силам у нее? Без понятия. Тоже вариант хороший. Там до 100 этих сил. До 100, да? Угу, все понятно. Показывай, да, или что? Ну, давай это, давай что? Что ты можешь вообще сказать, как она надежная, проходимая там? Машинка, ну, четкая машинка. Если вы заметили, вот у нее есть вот дефекты вот здесь. Угу. Вот номер очень прекрасный. Угу. Номер у нас потерялся по дороге, проехались по нем. Угу. Вот это у нас здесь вот коцка. Дебил, короче, выскочил на встречку, мы вот ушли и врезались, ну как, короче, удачно ушли и только зацепили вот эту часть. Угу. Вот это угу. Человек ехал под КамАЗ, угу. Удачно. Угу. Вот, ну правда здесь еще была этот флам был убит, крыло его мы меняли. Угу. Вот, по машине, значит, уже им владею 4 года. Угу. Вот, в принципе, вся машина показала очень классно. Запчасти довольно-таки дешевые. Если ставить оригинальные, то машина на ней ходит довольно-таки долго. Угу. Вот, неприхотливое в обслуживании. Что еще сказать-то? А какой ты бензин заливаешь? Я второй лью. Второй, да? Да. Серега, извини, пожалуйста. Я сейчас... Олег, ну вот, вот так вот, вот так вот. Вот так? Да. Не вот так вот. Не, ну ты же ее снимаешь, я же... Да, я вот, я машину хочу снять, вот, вот так вот, короче. Вот. Так, бензин ты льешь. Какой бензин? Второй бензин. Да, нормально на втором или лучше? Отлично. 95-й, да? Лил 5-й, одинаково едет, так что, угу. Короче, экономлю и второй лью. Ага, ну такие автомобили вообще для такси используются часто? Такси, да, вот реально в такси эта машина будет огонь. А как она по ходовой части? Все простое, ничего там сложного нету. То есть дополнительных там рычагов, там uh-huh. еще чего-то. Все, ну, простое, все меняется очень легко. Запчасти всегда есть в наличии. Меняются тоже там без всяких там дополнительных ключей, там uh-huh. еще чего-то. А вот здесь у нее. Что, давай салон покажу или? Давай салон, да. Что там, какие опции в салоне есть? Такой вот автомобильчик, автомобиль. А, здесь давайте покажу. Давай, что ты мне покажешь? Зеркала здесь складываются вручную, ага. Если надо. А, вот так выходишь, короче, припарковался, зеркала сделал. Если надо, да, ага. Если надо сложить вот так вот все. Ну, тоже вариант. Ну, так, извините меня, эконом-класса машина. Эконом-класса? Да. А скажи, пожалуйста, а помнишь ли ты, за сколько ты ее покупал? Ой, да мы сторговались и что-то за 250 его взяли. За 250, да? Да, чувак хотел 280 или 290. Ага, прикрой, пожалуйста, да. Это. А какой у нее был пробег тогда на то время? Да, я не помню. Не помнишь. А сейчас какой? 250. 250 тысяч. Движок не делали, ничего не делали, вот как вот взяли и вот катаемся. Угу. Вот, и вот за 4 года, в принципе, уже здесь все переменено. Угу. В смысле есть, все? Ну, радиатор кондиционера, радиатор охлаждения, все там датчики, всю ходовку перебирали. Ну, единственное, что только двигатель не трогали.
По электронике, в принципе, здесь никаких приколов, ну, не было, мозги там, ну, не лезли. А но есть у нее мозги, да? Там, ну, у всех машинных мозги есть. Да? Но... Даже в четырке есть, в калинах есть. Вот. В принципе... Хорошо, какие опции у нее есть? Приколов таких. Да, какие вот навороты, фишки, там что-то такое. А здесь все очень простое. Кондиционер, вот здесь передние стеклоподъемники, подогрев заднего стекла, аварийка. Угу. Режим, ну, скорость этого вентилятора и режимы, куда будет дуть. Пятиступенчатая коробка передач, задняя назад, ручник. В принципе, все. Угу. Ну, здесь вот эти лампочки. Здесь только одна только работает. Ну, тоже хорошо. Вот здесь, ну, ничего такого вот. Угу. Вот, даже запотело. А что оно запотело, интересно. А что по, скажи, пожалуйста, по безопасности? Подушки безопасности есть? Ну, вот здесь только одна. И должна быть еще там, но, видимо, нету. Ну, здесь вот одна, я вижу, а это вот вместо подушек безопасности, здесь вот такая фишка есть, ребята. Она лучше спасает, она всегда лучше, чем подушки безопасности. Да. Я так понимаю, вот я вижу у тебя тут значок Атан, да? Атан, да. Ты заправляешься на Атане? Я заправляюсь Атан и заправляюсь РС. РС это где? Ну, там, на автовокзале. У нас есть такая РС. Интересно. Ну, буду знать, что РС есть у нас. Так. Че, здесь вот что? У Рено особенность, что пипикалка вот тут вот сбоку. Угу. Вот тут вот. А, ну попикни есть. А, надо завести. Надо, да? Завести. Ну, не надо пикать. Вот не здесь надо. Что? Ну, габаритки, передний свет. Здесь, а, вот это противотуманки. Дальний это к себе. Угу. Все. Был такой, короче, случай, мне вот недавно рассказывали, ребята ездили в Сочи, ну и там какая-то такая аварийная ситуация на обгоне произошла на трассе, да, и, короче, парень, который вел Рено, вот у него Рено такое было, короче, он начал искать эту пипикалку, пока нашел эту пипикалку, ну, короче, пока сообразил, да. Ну, избежал, конечно, эта ситуация, вот, ну, так сказать, бывает и такое. Так, ну что, давай, наверное, заглянем под капот. Регулировка зеркал. Ну. Здесь все вручную. Ага. Ну, я понял, что тут комплектация, да, такая, самая обычная. Давай чисто. Капот. Да, давай капот откроем. Что там, посмотрим. И заведем, наверное, да? Как ты считаешь? Вот, ребята, вот такие вот дефектики. Короче, закрашены. Заводится так достаточно. Есть скольчики, конечно, много сколов, а это просто... Это у меня сосед печку топил. А, красавчик сосед. Опа, опа, Рено. Вот такой вот движок, 1.4 движок, инжектор. Так, я смотрю, у тебя тут масляные потеки есть, да? Это ты просто заливал, пролил, да, или что? Ага. Если здесь движок бы там, стекло бы масло, здесь все было бы видно. Ага, здесь на прокладке вот, было бы. Да, да, здесь все как бы нормально. Вот такой аккумулятор. А скажи, пожалуйста, этот двигатель ест масло вообще? Ну, от замены до литров, грамм 200 ест. А, вот так, 200 грамм всего, да. Ну, это хороший результат, как бы. Вот, для такого автомобиля, такого года, масло 200 грамм. Так, а кто собирал, не знаешь, чья сборка этого автомобиля? Без понятия. Не знаешь, да? Ну, я думаю, что Россия. Россия. Что, скажи, пожалуйста, был ли этот автомобиль в серьезных каких-то ДТП? Ну, понятно, что по мелочи он был. Ну, вот. Все, что по мелочи, то, что я сказал, так серьезно, что там пол машины снесло, слава богу, такого не было. Все ясно. Ну пойдем посмотрим багажник еще у тебя. Что там? Сейчас задние сиденья посмотрим, багажничек. Я смотрю, литые диски у тебя, да? Да.
А литье это было, ну, там тебе... эту машину брали. Ага. Вот такое вот, да, вот такой багажничек. Колоночка. Коврик, вот, лайфхак, от ВАЗа подошел. Ага, Калина, да? Да, прекрасно. Коврик за 800 рублей, нормально. Ага, вот, вот это закатка, закатка, докатка, ну она лысая, как я не знаю, лысая, что. Лысая, да. Лишь бы, короче, доехать, лишь да, бы это доехать, да, докатка. А, так, тут шампунь какой-то стоит, я так понимаю. Это антифриз. А, антифриз, да? Все ясненько. Слушай, а что это вот это вот? Ну, давай зрителям, я-то знаю, что у тебя тут написано на капоте. Давай зрителям объясним, что здесь вот это вот, что написан телефон, почему и тип-топ-кар. Вот. А, ну, я сдаю машины в аренду, поэтому здесь вот такая вот реклама. Ага, то есть ты сейчас вот рекламируешь в данное время, можешь телезрителям нашим, YouTube-зрителям и подписчикам прорекламировать свою компанию, да? Могу, да. Ну, прорекламируй, пожалуйста. Значит, что у тебя? Машины я сдаю по Керчи и по Крыму. Угу. Вот, в основном это Керчь. А если машина нужна в другом городе, угу, то, ну, в телефонном режиме машина заказывается. Угу. Оформление минут 15-20. По условиям, значит, минимальный возраст 23 года, стаж вождения 3 лет. Составляем, угу, договор в двух экземплярах. Для составления договора паспорт и права. Угу. И залоговая сумма там от 3 до 5 тысяч. Вот такие все, вот условия. Да. А ну, какие все... машины есть? Ну, есть, есть механик, есть автомат. Ну вот, допустим, это Рено есть, да? Да. Потом еще какие есть машины? Есть еще Альмера, есть Поло. Ниссан Альмера, Volkswagen Поло, да? Да, потом Рено Сандера есть. И все. И все, да? Ну, возможно, еще в там, ближайшем будущем появятся еще там машины. То есть несколько машин есть. Ну и как сейчас пользуются спросом? Да, пользуются. Кто-то машину ставит в ремонт, у кого-то какая-то авария, ему надо по городу передвигаться. Угу. Кто-то приехал к родственникам в гости, им тоже надо там, угу, поездить. У кого-то какие-то там деловые встречи. Вот. Раньше очень много компаний брали машину, когда вот там дорогу строили, мост строили. Угу. Вот. А были какие-нибудь курьезные ситуации интересные, ну, которые можно зрителям поведать, ну вот, чтобы было интересно, какую-нибудь веселую ситуацию, веселая, какие-нибудь веселенькие клиенты. Короче, были? Мужик у меня взял круз, ага, это было летом, вот, мы там с семьей собрались. Шашлык, машлык, все дела, стол накрыли, тут звонок мне в 12:30 или в 11:00. Типа, Олег, спасибо, помоги, я тут на море в трусах. Я думаю, в чем прикол? Вот, в итоге, получается, мужик пошел купаться. А нет, короче, мужик приехал на генеральские пляжи. Взял там с собой купальные вещи и пошел гулять по бухтам. Вот. И ключ положил в багажник, и багажник закрыл. Угу. Потом пришел вечером уже к машине, ну, как бы стал искать ключ, а ключ в машине. Угу. Вот, и он оказался ночью в трусах. На генеральских пляжах, еще хотя бы с телефоном. Вот, нет, телефона тоже не было. Он короче, пошел искать людей, каким-то образом он нашел там этих людей. Ага. Они ему дали телефон, он позвонил, вызвонил меня. Вот, и мне пришлось там все бросить и со вторым ключом ехать, его как бы спасать. Угу. Вот, приезжаю я ночью, человек нашел там какую-то палатку в кустах. Было очень холодно, ветер, он в этой палатке весь там завернутый в трусах сидит. Вот, ну, открыл машину, все дела, он там благодарил, что там спас, помог. Вот, ну, вот так вот. А как ты его нашел? Там же этих бухт миллионы. Или он в первой, нескольких первых? Да, он ориентировочно сказал, что он там, там-то, там-то. Я как бы, ну, примерно понял. И... А керчанин он вообще сам? Нет, он откуда-то приехал. Это же из Новороссийска, или с Новосибирска. Ну, короче, откуда-то.
Ребята, я так скажу вам, чтобы вы понимали, на генеральских пляжах там эти 100 бухт всяких разных, там непроходимые условия, то есть не каждая машина. Но на Логане там проедешь на генералах вообще? Ну да. Можно, да, аккуратненько. Если там не сильно забуриваться куда-то там, то да. Ну, в общем, на Логане, конечно, сложно там проехать, там желательно на джипах ездить. А Круз это такой повыше, да, такой кроссовер маленький, да? Нет, это Шевроле Круз. А, Шевроле Круз. Да. То есть это практически такой же клиренс, как у Логана. Такой же, да. Вот он исполнил, да. Этот мужик, конечно. Так, ну что, что у нас? Ну, давай сзади посмотрим, что у тебя, да? Правильно, ты это экономишь бензин. Да, правильно. Да, а то мы тебя покатим. Да, да, да. Еще не хватало покатить. Так, я с Серегой уже катал машину. Тут она не складывается. Не складывается, не да? Не складывается. Вот как есть, так есть. Ага. Музыка вообще есть, работает? Музыка, да, есть, работает. Угу. Ну, тут там как соседская бы магнитола, здесь вот весла. Угу. Все очень, ну, довольно-таки бюджетный вариант. Угу. Ну, короче, такси. Такси, такси. Ну что, прекрасный, я вам так скажу, друзья, прекрасный автомобиль, вот, Логан. Кто хочет, так сказать, часто использовать автомобиль, кому он нравится, вот, частые поездки, такси там и так далее, вот этот автомобиль именно для вас, вот, Renault Logan. Цвет, я скажу, такой очень хороший, мало пачкается, то есть не сильно заметна грязь, даже сейчас он немножко грязный, вот. Прекраснейший автомобиль, вот, прекрасный обзор у нас получился, вот и солнышко вышло немножко, вот, и, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте дизлайки, комментируйте обязательно, взяли ли бы вы этот автомобиль себе на такси там или куда-нибудь, куда вам надо. И до новых встреч на новом шоу Автоботы Лайф. Будем показывать в следующий раз Nissan Almera. Друзья, всем пока, спасибо вам и до новых встреч.